Мудрец однажды сказал: «Реальность, даже если перестать в нее верить, не исчезает». Для клеща реальность — это продукт температуры и аминомасляной кислоты. Его восприятие мира и есть реальность. У гончей 200 миллионов обонятельных рецепторов. Ее восприятие мира прочно основано на запахах. Собака не рассуждает. Клещ никогда не думает о Вселенной в отдельности от своего биологического взаимодействия со Вселенной. Люди же, напротив. Представьте себе мальчика. С детского возраста его учат неправильно. Этот цвет называется красный, а этот — зеленый. Красный, зеленый. Люди — единственные животные, формирующие восприятие мира. Мы воспринимаем его не телами, а разумом. Запомни, красный значит «стоп», зеленый — «иди». Мы должны определять, что реально. Из-за этого мы единственные животные на Земле, которые сходят с ума.